Так, значит, как лайн пустить внутри трубы, вопрос был. Во-первых, я трубу пустил по сплайну, а не сплайн по трубе. А во-вторых, не оставим, во-первых. Так, ну я взял кусочек. Кусочек вот такой штуки. У меня была там гофрированная труба. Создаем. А, нет, я даже не так делал. Создавал plane. Коллапсил все в центр. Создавал прямую и я конвертил. Сплайн. Эту штуку я сначала я делал array. Вот, убрал объект вот этот. А, нет, я был вот так вот. Fit curve length. Вот, все, теперь ее оттачим сюда. К этой curve. И чтобы труба гнула, сделаем curve modifier. Ну и все. Единственный момент, когда сильные углы. А, еще array я забыл, надо array merge вот так сделать. Вот, потом можно вот эти вот кэпы заделать вот здесь вот. Вот start cap и end cap. То есть взять такой же кусочек.
такой будет. Вот, и кэп делаем вот такой. Ой, такой. And. Поэтому будет старт кэп. Короче, я его как-то сделал, уже не помню. Короче, факт в том, что вот так я опустил эту форму по вот этому сплайну.